но груди у него блестят из подобающей почвы. Живые. Розы, а? Кто вы? Что вы хотите от нас? Зачем вы к нам пришли, а? Воспитанные дети не задают вопросов старшим. Они ждут, пока старшие сами не дадут им вопрос. Будьте так добры. Задайте нам вопрос. Не хотим ли мы узнать, кто вы такой? А, вздор. Гей, я даю тебе честное слово, что это злой волшебник. Герда, ну вот честное слово нет. Давай убежим, ну стыдно. Дети, дети, я эту пуховую шубу висеть навешал. Бабушка. Здравствуйте, хозяйка. Здравствуйте, господин. Коммерческий советник. Ну-с, вам повезло, хозяйка. Вы бедны, разумеется. И да, и нет. Деньгами не богата. А остальное вздор. Перейдем к делу. Я узнал, что у вас расцвел среди зимы розовый куст. Я его покупаю. Но... Он не продается. Он не продается. Не продается. Вздор. Уверяю вас, этот куст все равно, что подарок. А подарки не продаются. Подарки не продаются. Не продаются. Поверьте мне, наш друг, студент-сказочник, учитель моих ребятишек, уж так ухаживал за этим кустом. Он перекапывал его, посыпал землю какими-то порошками. Он даже пел ему песни. Вздор. Спросите соседей. И вот, после всех его забот... Вот благодарный куст расцвел среди зимы. И этот куст продавать. Какая вы хитрая старуха, хозяйка. Молодец. Набиваете цену? Так, так. Сколько? Куст не продается. Вздор, вздор, вздор. Начнем сначала. Быть может, вы не знаете, кто я такой? Я богатый человек, хозяйка. Я очень богатый человек. Сам король знает, как я богат. Он наградил меня медалью за это. Вы... Видели большие фургоны с надписью «Лед»? Видели, хозяйка? Лед, ледники, холодильники, подвалы, набитые льдом. Все это мое, хозяйка. Я все могу купить. Лед сделал меня богачом. Вот вам 10 талеров. Берите, живо. Не возьму. 30, 30, 50. Нет. 100. И 100 мало. Хорошо, 200. Это на целый год хватит и вам, и этим вот гадким детям. А это очень хорошие дети. Вздор, вы подумайте только, 200 талеров за самый обыкновенный розовый куст. Господин советник, эти розы не продаются ни за какие деньги. В таком случае вы... Вы сумасшедшая старуха! А вы... Вот кто вы! Вы невоспитанный старик! Вот кто... То вы, дети, дети, не надо. Да я заморожу вас. А мы не дадимся. Идем. Бабушку все уважают. А вы рычите на нее, как... Эй, какой нехороший человек. Ладно, ладно. А... Я отомщу. Б. Я скоро отомщу. В. Я страшно отомщу. Я дойду до самой королевы.
Здравствуйте, бабушка. Здравствуйте, дети. А, господин сказочник, сочинитель сказок, над которыми все издеваются. Все ваши штуки. Увидите, вам это не пройдет даром. Снип-снап-снурре, пурре, базлюрре. Стар! 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 Стар!